Всем привет! И это видео так называемый итог. Итог теста Diablo Immortal на Pay to Win элемент. Ну а так как я тот игрок, который, позвольте так сказать, взросшен на таких играх, как Diablo 1, Diablo 2, Sacred, Path of Exile, Diablo 3, последняя Diablo 4, то меня в большей степени интересует только один режим. Это PvE. То есть фарм всевозможных подземелий, порталов, ну и так далее. PvP-контент меня напрочь не интересует. А вот уже что касается этого PvP-контента, то да. Так как в Diablo Immortal за реальные деньги можно купить себе преимущество, то, безусловно, это донатная помойка. Да, в Diablo Immortal есть элемент казино. Так называемые легендарные глифы. Игроки их тоже могут покупать за деньги. А на выходе может быть что угодно. Или же джекпот в виде пятизвездного самосвета, но опять-таки неизвестно какого. Или самый трешовый однозвездный самосвет. Что зачастую и бывает. Поэтому все эти гнусные моменты для кого-то в игре присутствуют. Но в большей степени, в 99% случаев, это все касается PvP-контента. Для PvE-контента, внимание, это максимально донатонезависимая игра. И я тому прямое доказательство. Что касается меня, то я играю на мобильном телефоне. Когда еду на работу, когда еду с работы, ну и на работе в перерывах. Между работой, ну или допустим на обеде. Больше в Diablo Immortal я в принципе не играю. Только если провожу стримы по этой игре. Но они бывают нечасто. Ну и когда я стримлю, я провожу эти стримы, безусловно, на ПК. Чтобы не садить и телефон, а также зрение, пялись в мобилку. Так вот, на текущий момент времени своим основным персонажем я уже закрыл максимально возможный контент, который вообще имеется в игре. То есть фармить, по сути, мне уже нечего. Я открыл все, что требуется, закрыл все, что надо. Другими словами, теперь игра меня удивить вообще не может ничем. Но Diablo Immortal это ММО игра. Поэтому 14 декабря выходит новое глобальное дополнение. Оно в значительной степени изменит игру, появится новый контент, появятся новые цели. Следовательно, можно будет продолжать дальше фармить. Так вот, мой рейтинг 26021. Чтобы фармить, к примеру, последнего босса Реликвария, надо 26020. Как вы видите, на одну единицу я даже превысил норму. Про подземелья я вообще даже говорить не буду. Потому что там рейтинг много ниже, который требуется. Хотя этот момент мы с вами еще сегодня затронем. Что касается моего парагона, то в этом видео мы с вами будем, так сказать, прыгать во времени. Потому что я видеоряд записывал в разные моменты времени. Так вот, в текущих реалиях на сервере средний парагон 1050. Это средний серверный парагон. Мой же парагон уже 1060. То есть даже не особо сильно фармя, то есть по сути бегая ежедневки и все, я даже переезжаю своим основным аккаунтом среднесерверный парагон. Diablo Immortal уже скоро стукнет 1.5 года, и да, я вот за эти 1.5 года, наверное, пропустил всего 2 дня игры. Ну, может быть, 4. Мало ли что-то забыл. Но повторяю, в основном фарм заключается в том, чтобы выполнить ежедневки, а это где-то по 30 минут в день. Ну и в понедельник, а также в четверг, фармить боссов в Реликвария вместе с отрядом. И этого, в принципе, мне вполне хватает. Так что, как видите, без доната PvE-контент фармить можно элементарно. А, кстати, да, еще и резонанс у меня 2000. Это тоже не слабый показатель. Так что донат не требуется. Так вот, это что касается моих достижений. Основным аккаунтом. Многие задают вопрос, ну или же комментируют некоторые моменты. Мол, да, ты играешь уже долго. А как быть тем игрокам, которые вот-вот начнут играть в игру? Смогут ли они чего-то достигнуть? И смогут ли они фармить с другими наравне? Ответ у меня имеется и на этот вопрос. И вот чтобы ответить на него, я опять-таки провел следственный эксперимент. А именно, я создал второй аккаунт, и на этом втором аккаунте я качал нового героя. Герой был создан где-то в 20-х числах июля. И вот на 30 ноября у моего героя был 1040 парагон. В тот момент, когда среднесерверный был тоже 1040. Для сравнения, когда у моего героя на втором аккаунте был 1040 парагон, на моем основном аккаунте у героя был 1045. Так что, как вы видите, за 4 месяца я по парагону свой основной аккаунт догнал. Но это цифры на момент записи видео. На самом деле, по парагону равными мы были буквально уже, наверное, в сентябре. Потому что парагон набить — это не проблема. Задача — догнать игроков по рейтингу. Так, теперь что касается рейтинга. На текущий момент времени максимальный уровень сложности — это Пекло 3. Пока выше нет. С дополнением появится, но пока Пекло 3. Для того, чтобы фармить приключения на уровень сложности Пекло 3, требуется рейтинг 23 тысячи. На этот рейтинг влияют наши предметы экипировки, уровень прокачки нашей экипировки, другие некоторые моменты, но также Pay to Win составляющие, то есть самосветы. Но опять-таки повторю то, что я говорил в начале видео. Pay to Win составляющая работает только на PvP контент. Для PvE это не страшно.
если с вами будут бегать в пати те игроки, которые переапаны. Вам даже это лучше. То есть они вам будут помогать. Но все же, мы не об этом. Для демонстрации я взял и удалил все самоцветы у своего героя. Так вот, с самоцветами мой рейтинг был 24401, без самоцветов 24193. И напоминаю, чтобы комфортно фармить пекло 3, то есть последний уровень сложности, нам нужен рейтинг 23000. Я этот рейтинг опережаю на 1000 с небольшим, без самоцветов. Ну и в принципе с абсолютно всеми противниками я справляюсь нормально. Теперь что касается подземелий. То есть это плюс-минус основной PvE-контент. Для того, чтобы фармить этот контент, нам нужен рейтинг 23600. Какой у меня, вы знаете. Ну и на уровень сложности пекла, в основном все данжи бегаются в пати. И желательно, безусловно, из 4 человек. Потому что сколько бы в данж не зашло человек на уровень сложности пекла, пекло 1, пекло 2, пекло 3, сложность данжа будет максимальной. Поэтому бегать надо фулл составом. Но это не проблема искать группу, а ты не впредь в Diablo Immortal. Так что, как видите, здесь не проблема. Догонять игроков как по парагону, так и по рейтингу. И, кстати, этим персонажем я вообще практически не играю. Выполняю только активности теней, чтобы помогать клану. И по понедельникам и четвергам сражаюсь с боссами реликвария. Это один момент. Второй момент. Сообщу тем, кто не знает, что в Diablo Immortal сейчас происходит скалирование в плане поиска группы. То есть, к примеру, если я фармлю пекло 3, вы фармите пекло 2, кто-то фармит пекло 1, и мы все вместе нажимаем на поиск группы, то нас может спокойненько закинуть в одну и ту же пати. Только каждый будет фармить свою сложность. Поэтому, если вы хотите фармить с другими игроками, то достаточно выйти на уровень сложности пекло 1. И все. А вот на уровень сложности пекло 1 я вышел спустя месяц и 2 недели. 1.5 месяца. Почему? Потому что в игре существуют огромные бусты по опыту. Для того, чтобы или новички, или же те, кто качает вторых и энных героев, быстрее достигали максимально возможного контента. А там уже все будет зависеть от вашего желания, от ваших человека-часов. Кто играет много, тот качается эффективнее, и тот имеет максимально возможные показатели. Ну или близкие к максимальному. Вот таких вот результатов я достиг во время своего тестирования. Для того, чтобы продемонстрировать это все вам. Так что если вас, как и меня, интересует только PvE-контент, в Diablo Immortal смело можете играть. И даже несмотря на тот факт, что игре уже стукнуло 1.5 года. Здесь нет ничего сложного. И повторюсь, для PvE это максимально донат-независимая игра. Играть даже можно и без самоцветов, что я в этом видео и продемонстрировал. Ну а те, кто фармит и даже без доната, у них самоцветов достаточно. Тут самое главное, было бы желание. Ну а что касается контента в целом, то его здесь больше, чем в Diablo 2, Diablo 3 и Diablo 4 вместе взятых. И это не шутка. Вот такая вот ситуация. Будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях под видео, задавайте на стримах. Если надо помочь, помогу. Ну, если мы будем играть, допустим, на одном сервере. Если что, я играю на сервере Ariad Summit. Но теперь мне интересно ваше мнение. Изменилось оно в какую-то сторону? В худшую или лучшую? Может быть, кто досмотрел это видео до текущего момента и играет Diablo Immortal без доната? Какие ваши ТХ в плане рейтинга, а также резонанса? Любые мнения, информация приветствуются. Ну, а я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, но играйте только в хорошие игры. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!